на звук выбежали сюда. Огонь сразу, машина начала гореть. Наш побежали, нам полицейские запретили подходить, она горела. Мы сломали окна, двери с арабами, ребятами. Они первые вообще это все начали и вытащили всех ребят передних, кого зажало. Не смогли, очень сильный огонь, прям волосы этих всех, кого вытащили, у всех волосы все сгоревшие тоже. Приехал оттуда на самокате, с кубку, видел, там машина горит, вот это братаны подошли, они с Дагестанцей, арабы, вместе пришли, я сзади дверь открыл, а они вот вперед открыли, смотрим, внутри, там человек лежит, там милиция говорит, не подходи, сзади, ну смогли, так вытащили, на голову вытащили. Не смогли. Сначала без сознания было, потом, ну я смотрел, пусть сюда, я говорю, сразу пусть дает, пусть.